друзья. Очень интересную музыку мы вам сыграем сегодня. И сейчас мы сыграем вам пьесу, которая называется «Me siento alegre». Парадокс ее заключается в том, что она по смыслу очень светлая, а по музыке очень грустная. Она о том, как я счастлива от того, что я больше не думаю о любви, потому что у меня есть ты, и я готова быть с тобой и все делать для тебя до самого последнего своего дня. Me siento alegre. No pienso más en el amor y el amor que a ti es muy potente me da coraje salvame dolor y el amor que a ti es muy potente Salvame dolor. La tuya gracia y tu lindo cuerpo y tu vivas a mí me rendes grande ventura deseo verte otra una vez a mí me rendes grande otra una vez. Thank you.
называется «Danos a la novia». Это такое вопрошение о том, чтобы семье послалась хорошая невеста, и красивая, и стройная, и душой, и телом хороша. Por ella venimos.
La rosa in flores. Извините, пожалуйста. Ошибочка вышла. Сейчас мы сыграем вам песню, которая называется «Море Мика». Перевести это можно как «смуглянка». В общем, девушка очень красивая, со смуглой кожей, которой все говорят, как она хороша. Она говорит: «Да я вообще-то белокожая. Это солнце сделало меня такой». И, в общем, моряки ее зовут с собой, она все им отказывает. Но в конце она говорит, что если в следующий раз они позовут, то, может быть, я не соглашусь. Thank you.
Thank you.
и флоресе. В общем, это очень патетическая вещь о том, что роза цветет в мае, также моя душа темнеет и страдает от любви. И если ты не придешь, я прямо сейчас вот здесь умру. Ну, вы понимаете. А следующая песня называется «Дадэ сина». Это свадебная песня о том, что нужно срочно накормить жениха, потому что он очень голодный. И невесту тоже надо накормить. И чем рассказывается, что жениху надо дать сардину, а невесте нужно обязательно дать курицу, и тогда все у них обязательно заладится. И любовь пойдет на лад. Sentar que no sei nada. Para la novia.
Хочу еще раз, чтобы вы поблагодарили Алину Ростоцкую, которая делает нам сегодня заключительное основание себя еще одной инструментальной композицией, на том же составе Камалина Бакет скрипка, Марк Айдар контрабас, Кирилл Ошер перкуссия, Анатолий Осипов саксофон, Илья Белков тромбон, меня зовут Григорий Сумов. No, no, no.
мы сделаем маленький небольшой перерыв, и у нас будет второе отделение с абсолютно другой музыкой, с практически с теми же самыми лицами, с небольшими изменениями. Отдыхайте. Микрофон работает. Так, мы продолжаем. Продолжаем начинать. Второе отделение. Это абсолютно другая музыка, что можно видеть по нашему внешнему виду. А также, что небольшие изменения в составе произошли на барабанах Ивана Валерани. Анатолий Осипов. Флейта. Флейта. Мария Лазахет. Скрипка. Арка и карта. Бас. Илья Петров. По-прежнему флейта. Тромбон. И с нами будет Анастасия Глазкова. Замечательная Анастасия Глазкова. И мы исполним очень интересную музыку. Это музыка из репертуара берлинского кабаре 20-х годов прошлого века. Это такое... В основном это песни из мюзиклов и музыка двух композиторов Фридриха Холлендера и Миши Шполянского. Такая... Это все очень остро-социальные, как правило, песни. Такие, в общем, с сарказмом и злобным юмором, потому что они времен Веймарской республики перед приходом фашистов, по сути дела, к власти. Вот. И там в Германии было так с проблемами хорошо, много было проблем. И вот все это, вот все эти проблемы и все прочее, оно очень отражено в текстах. Ну, не буду я растекаться мыслями под Рим. Приступим. Thank you.
magicians that makes them don't disappear. The bribes they're taking, the deals they're making, never reach the public's ear. Their pledges, there's nothing to fear. Profits will be record breaking. Этой ночью или никогда ты все-таки скажешь мне, любишь ли меня? Сегодня, этой ночью или никогда я, наконец, узнаю, отдашь ли мне свою любовь? Сегодня, этой ночью или никогда я буду петь эту мелодию для тебя одного. Thank you.
dich war dich allein. Dort singen bis morgen früh. Nur die Melodie. Heute Nacht ich bin an dir bescheidener Mann, wer das von dich behaupten kann. Ich weiß, es wird dann einmal sein, dass ich hier nicht mehr rumstehen muss. Ich weiß auch ganz genau Bescheid, mit Energie und mit Gewalt. Steck ich jetzt in der Endlichkeit und kriege einmal Wahrheit. Ich weiß, dass ich nicht so. Weiß, dass ich nicht so brauche, ich weiß, dass
Джонни, когда у тебя день рождения, я приду к тебе и на всю ночь. Джонни, Джонни, ты приходи ко мне четыре, четвертого. Thank you.
man and treat my Baptist just as fair. Our mama Harry's dress, a ring of Mary Antoinette, the fairest Helen Waters corset to a gallant triumphant. I am the poison of the Borgias, I'm a witch like Joan of Arc. I wear the stockings of Du Barry, bathe in coffins fallen like. I am a vamp. I am a vamp of a woman of beast. I bite my men and suck him dry, and then I bake him in a pie. Yeah.
Я сам стоял и ждал тебя. Тебя лили морем. Если в окопах от страха не буду, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся, Анатолий Осипов, Лита, Илья Веков, Трамбон, меня зовут Григорий Семенович. Спасибо большое.